Всем привет, друзья, с вами Владимир, канал Гильдии Геймеров. У нас снова тест онлайн. Я записываю, по-моему, три подряд серии, потом их распределю между днями. Вот, значит, давай какой-нибудь еще. Говорится о жрице и Бавиан. Нет, давай не будем говорить о жрице, давай возьмем еще одно задание. Тинзен. А кто тут у нас при полном параде сильный, да еще и трезвый? Кругу из избранных ученых как раз очень нужны искатели приключений вроде тебя. Успех наших исследований во многом зависит от вас. Работа у нас очень интересная, нужная высокоопла. В общем, тебе заплатят. Интересует? А что за работу ты предлагаешь? Один из ученых круга занимается паранормальными явлениями. Ему нужна помощь в изучении поведения духов после длительного заключения. Разумеется, этическая сторона вопроса на высоте. А что нужно делать? Есть древняя тюрьма Нордов, которую называют Полуночный Курган. Исследования показали, что там погребены самые страшные преступники в истории, а их души замурованы в темные урны. Все, что нужно сделать, разбить эти урны и понаблюдать за результатами. Нихуя себе. Я отправлюсь в Полуночный Курган уничтожить темные урны. Лучше поговори с автором исследования. Если заранее с ним подружиться, он обязательно упомянет тебя в своих трудах. А можешь рассказать мне еще что-нибудь о полуночном кургане? Добраться туда будет нелегко. Где именно находится полуночный курган, мы знаем из летописей, но он давно погребен под землей и забыт. Скорее всего, соваться туда не следует, но если там можно узнать что-нибудь новое, значит найти это наш долг. Почему туда не следует? Почему туда не следует соваться? Этот курган – тюрьма и могила. Сосланы туда осужденные не освободились даже после смерти. Там полно духов, жаждущих мести. И еще мягко сказано, будь с ними поосторожнее. Расскажи, какую ты предлагаешь работу? Боюсь, что опасную и грязную. Мы, конечно, научная организация, но наши исследования бывают исключительно рискованными. И чтобы добыть материалы для изучения экспериментов, мы частенько нанимаем любителей приключений. Расскажи мне о себе. Меня зовут Тинзен, я представитель знаменитого круга избранных ученых и член этой организации. Моя сфера деятельности и по совместительству моя страсть – это алхимия, вообще специализаций у круга больше, чем звезд на небе. Никогда раньше не слышал о такой организации. Мы старейшее учебное заведение в Западном Скайриме, если не считать коллегии Барда. Более того, студенты коллегии Бардов, гильдии магов нанимают именно нас для помощи в исследованиях. Такую привилегию дал нам Верховный Король. Разве они не проводят собственные исследования? Но гильдии магов — это чужеземная организация, и к ним местные относятся очень подозрительно. Поэтому они по закону обязаны вести дела через наши авторитетные учреждения. Что же касается коллегии бардов, скажем так, не все поэты — ученые. До свидания. Ладно, уничтожь темные... поговорить с Гульфором. Так, опционально. What? А где Гульфор? Поговорить, давай поговорим с Гульфором. А потом отправимся уничтожать в какой-то курган урны. Интересно, смотри, там мы Двемера, значит, большого уничтожали, а здесь в какой-то сейчас курган спустимся. Нам надо бы еще доспехи починить свои. Так, это вот где-то здесь. А, в коллеги бардов. Знаем еще по Скайриму, что здесь коллеги бардов. Опа-на. А где он там? Мужик ты. А, вот здесь где? В смысле? Лейборн. Это не тот. А он где-то наверху, наверное. Да, точно, вот он. Привет, Гульфор. Yes. Да? Мне сказали помочь тебе с исследованиями. Wonderful. Чудно! Найди полуночный курган, разбей нескольких темных урн и посмотри, как на это отреагируют духи. А что именно ты хочешь узнать?
Хочу выяснить, что произойдет. Не часто встречаются духи, которые столько времени провели в заперти. Может, они остаются в знакомом месте? Знакомый может уходит в другой мир, а может остается лишь эктоплазма и ничего больше. Нужно это выяснить. Я отправлюсь в полуночный курган. Отлично, пойдем, значит, отправимся в полуночный курган. Заодно давай какие-нибудь вещички сейчас продадим, торговцу забежим. И отремонтируем доспехи. Еще было бы неплохо, чтобы оружие какое-нибудь еще добыть, помощнее, наверное. Там еще задание какое-то предлагают. Че там? Внимание всех собирателей древностей. Ох ты ё. Это в следующей серии. Это тоже в следующей серии. И вот еще. Требуется храбрый духом и крепким телом. Охренеть вообще. Только бери все и выполняй. Так, давай к торговцу. До него докопаемся. Магазин кузнец-оружейник. Так, посмотрим. Продадим давай что-нибудь. Грязные шкуры продаем. Оловянное кольцо. Так, на... Цена продажи от предмета на 280%. Так, голубая какая-то хрень. Желуда. Это вот камень душ. Полный, кстати. Отлично. Там пока оставим. Это мы продадим. Настойка здоровья. Угу. Обычная руна. Ока. Оловянная пыль. Прады какая. Рикута. Сыромятная кожа. Вот хорошо. Да. Чистая вода. Крупный морозопон, годный лук, головной убор зимнего покоя. Наверное, вот это мы продадим тоже. Такс. А, и починить надо было что-то нам еще. Куда собрался-то? Стой. Починить все. Отлично. Так, погнали. Тогда посмотрим, где это вообще находится все дело. Там он святилище есть, давай через него попробуем переместиться. Тут целая толпа уже на перемещении. Так, куда мне надо? Это серебристый баклан. Дорожный стиль мох Газгула. Тут мы были. Испытание. Чё-то как-то не указано. А, погоди. Что-то это где-то рядом находится. Ну. Уже несколько месяцев не было вестей от моего двоюродного брата. Последний раз он что-то говорил о том, что ищет черный предел. Он, конечно, умелый воин, но я не понимаю, зачем ему лишние неприятности. По-моему, уже с ним говорили. Да, ну вот сюда, да, и чё? И куда теперь? Ой, куда туда переться? Так, куда-то мне? Вот сюда. Куда-то надо. Но вообще, да, далеко идти. Там даже ничего нету такого. Давай попробуем через горы пойти. Конечно, было бы неплохо заиметь какое-нибудь ездовое животное. Потому что далеко переться.
доплывем. Там он выплывем. Какие-то ремесленные наплечники авангарда черного предела. Что, торгуют что ли чем-то? Но потом узнаем как-нибудь. Давай, здесь вы, значит, это... Выплывем. Ну, сейчас пока доберемся. Раз серия пройдет. Утка здесь вот. Еще, может, каких-нибудь товарищей замочим. Привет, товарищ. Привет. Да, конечно. Так, сейчас мы тут немножко выносливость. Надо, нам надо еще выносливость свою увеличивать. Давай, наверное, будем при... Что? Кто? Саблезуб. Сейчас тебя шкуру спущу. Вот, спасибо. Грязная шкура. Я же говорю, что это грязная шкура. Так, стопэ, железная руда, добудем. Нормалек. Вон там еще какие-то рунные камни. Надо их добывать или нет? Это не рунные камни. А что это такое? А не, рунные камни. И зачем они нужны? Пока непонятно. Пока продаем рунные камни. Тут еще где-то есть какие-то археологические изыскания можно делать. А от Корус Женец. Я, пожалуй, не буду с ним связываться. Ну его нахер. Проклятый морозом громила. Понятно. Ледяное привидение. Насколько ты мощная. Отличается от ледяного. В смысле, где оно появилось-то? Да, мощное, сказал бы. Успокойся, все равно сдохнешь. Ледышка. Было какое-то такое задание у нас убить ледяное привидение в Скариме. Чтобы... вот, 129 опыт, заебись. Было задание... Ледяной тролль. Не будем пока его трогать. Блях ты муха. Нихрена себе. Это скелет. Ты его вызвал, да? Признавайся. Нет, не он. Морозом скелет громила. Еще и скелеты есть. Сейчас завалит. Успокойся, не надо. Да, бля, да я обыщу-то. Спасибо. Теперь можно валить. Бежим! Отлично. А ты куда собрался-то? Че, уже бежать, да? Какие-то здесь ходячие водятся. Фух. А что-то мне там какой-то кушак появился. Защита 481. Ну, нет. У меня там побольше есть что-то. Так, погоди-ка. Это оно, да? Это то самое место? Тот самый курган? Какой милый котик. Рысь. Даже не нападает. Прикольный такой. Ладно, это, наверное, вот это место. Мы добрались до него, правильно? Нет, не добрались. Надо еще дальше идти. Так, заберем. Рунные камни стоят денег.
Так, темные урны уничтожить, говорят. Еще не добрались, еще далеко пилить. Что это за место такое? Там что-то... А вот еще рунные камни. Отлично. Так, стриганы. Сейчас опять какую-нибудь тварину вызовут. Фенек. Феник. Феникс. Фенечка. Это оно? Это нам опять в предел, что ли, надо переться? Ну, по-любому, да. Главный подъемник. Да, точно, опять в предел надо идти. Но как же без предела? Это ж предел. Беспредел в пределе. Так, ладно, опять мы в пределе, значит. Уничтожить темные урны. Я думаю, там сейчас нам нужно будет опять сражаться с каким-нибудь главным призраком. Блять, как отсюда выйти? Опа, деревянные обломки. Стопай, что это такое? Это просто камни. Да почти добрались. Это вот это, что ли, курган? Или что-то выше? Не сюда? Нет, не сюда. Куда-то, значит, выше надо. Что это? Какая-то гадость. Стопай. Возьмем. А, вот туда. Тут зловещая хрень. Грибные жуки, это как так-то? Понятно. Мы не пройдем. Стой. Заберем, денег стоит. Ну, наверное, как где-то вход есть какой-то. Вон какой-то вход, наверное. Почти добрались до нужного места. Опять мы в какую-то жопу пришли. Да, далеко идти. Полуночный курган. Это оно? Выудить. Можно рыбу половить. Прикольно. Не ловится. Ладно. Мать дымок. Ух ты, ни хрена. Это мать дымок еще та мать. Успокойся, мать. Да, мать такая. Охренеть вообще. Вот это да. Вот это мать. Мать-перемать. Сейчас завалит, да? Бля, грохнула скотина.
Вот эта тварь. Понятно. Иди-ка ты нахер. Ладно. Оставим ее. Мать, успокойся. Мать, отстань. Мать, уйди. Мать, не надо. Мне надо найти... Куда мне надо? Надо куда-то наверх. Какой-то олень. О, нихрена себе. Сборщик ядровой древесины у меня достижение. Как туда подняться-то, алло? Где дорога-то? Долинный олень. А, ну понятно, чего он такой вот. Еще одна мать-перемать. Или это та же самая мать. Сундук! Я, пожалуй, пройдем. Так, есть. О, по железной поножке здоровья. А вот это нормально уже. Палладий, золото. Отлично, ловкости рук. Не, давай, значит, железные поножки мы теперь добавим. Так. Дает максимально здоровье еще 774 единицы. Хорошо. Ладно, погнали отсюда. Нет, ловить рыбу я тут не буду, это точно. Гончие смерти. За мной бежишь, да? Теперь за мной все бегут. Бля, я потерялся, куда мне вообще? Куда-то вот туда наверх надо. Дымок на меня напал какой-то. А, ну это опять от этой матери. Так, нам надо снова как-то наверх забраться. Блин, спрятали-то это место. А вот, наверное, дорога эта, да? Не надо было мне убить... Ну, это убьем потом, это... А ты кто такой? Убийца родичей Драугров. Да, успокойся ты. Ты такая уж и мощная. Мать, конечно, это дымок, она такая мощная бабенка. 7 золотых всего. Мать, конечно, мать-перемать. Какой-то медиглин. Ящик. Гуарана. Ага, наверх, наверное, нужно. А тот, кто в домике живет? Он буфет, морковь, ладно. А там вот тоже какой-то квест, смотри-ка, тот предлагает. Говорит, не убивай ее. Ты кто такая? Ага. Вылазка, лезть. Полуночный курган.
О, нормально. Еле-еле добрались сюда. Родич Драугров. Будем месить этих парней. Успокойся ты. Ух ты, нихрена себе. Какие у меня тут суперспособности. Чё, Супермен, да? Супермен? Готов. Чё у вас тут полезного такого? Гинка какой-то. Ящик. Заплечный мешок. Все продадим. Все, что плохо лежит. Так, но... Куда-то нам говорят туда идти. А. Охренеть. Так, ну вот где-то здесь. Первая урна. Опачки. Воин-скелет дохлый. Кто-то здесь уже прошелся. Крыса. Оля. Костяной разбойник. Ах ты, костяной разбойник. Отлично, уровень повышен. Давай увеличим запас сил. Так, награды, говорит, поручить. О, неплохо. Кинжал порока урон. Лук порока. Щит порока. Защита 1570. 1580. Так, погоди. Двуручный меч порока. Урон 1276. Ну, блин, конечно, надо... Хотел бы что-нибудь получить. Кинжал. Давай двуручный меч возьмем. Урон обливина в размере части максимально запас... Ага, ну-ка. Так, давай запас сил повысим. Так, и здесь что-то можно поменять, да? А, вот. Скрытый клинок, внезапная атака. Двуручный меч порок. Давай испробуем его. Так, поножки. Оскорбление. Поножки здоровья. Нет, поножки здоровья возьмем. Опа-на. И спробуем как раз. Хорошая вещь. Ой, оно еще и злое. Мать дымок. Ну блин. Мать перемать. Хорошая вещь. Ну-ка, может, давай попробуем на матери дымок испробовать. Хотя, может быть, нас могут тут и грохнуть из-за этого. Давай сначала дымку грохнем какую-нибудь. Хорошо, он дамажит оружием вот этим. Готово, надо же. Я так полагаю, что это, наверное, где-то в другом месте находится. Обыскать. Кленовый щит запаса сил. Бля, уже даже места нету. Но что-то придется выкинуть. Так, значит, гинг. Да, вот это выкинем. Да. Морковь выкинем.
Гаран выкинем. Вот это тоже выкинем. Молибденди тоже выкинем, потому что ничего не стоит. Так, а вот это я возьму. Оп. Хорош, дамажит. Пожалуй, мое оружие уже можно завалить. То есть, уже можно... Давай, мать, дымов завалим. Привет, мать! Мать-перемать. Ох ты, ё! Понятно. Ладно, с матерью ничего не получилось. Так, мне куда-то вот в ту сторону нужно. Два скелета разбойника. С матерями пока дымок ничего не получается. Они были и в Скайриме, в принципе, не маленькими. Да, блин. Костяной живодер. Заберем золотишко. Куда мне? А, вот сюда куда-то. Куда-то вот сюда. А потом, наверное, придется еще с какой-нибудь твари. Ага, вылез. А их двое здесь вылезает обычно. Ты смотри-ка. Стапы. Золотишко у костяного живодера тут есть. Хороший меч, мне нравится. Костяной колосс. Ни хрена себе. Пожалуй, приветик. Готов. Так, погоди. Драугры сейчас восстанут, да? Ну, конечно. Не понял. Как это? В смысле? Чё ты? Блять, а почему они не умирают-то? Ты чё, глюк какой-то? Может, вот этого убить надо? Нет, смотри. Может, вот этого надо грохнуть? Ага. Блин, убили. Так, предлагаю бежать. А, значит... Давай попробуем побежать здесь. Все это, конечно, очень здорово и прикольно, но до свидания. Так, сюда... Прям теперь. Прям по дороге. Бежим. Вас нахер. То я так и не... Много тут противников. Очень много. Так, большой, страшный что-то. Куда-то вот туда. Здрасте, до свидания. Правильно бегу? Блять, не туда побежал. Стой. Стой, пацаны, не туда побежал. Отстань. Отстань, говорю, фу. Вот сюда надо.
Так. Опять не туда. Ой, тут еще и призраки какие-то. Ой, кошмар, как вас много-то. Ой, ужас. Можете сами сражаться с собой. Стой. А, вот это надо уничтожить. Так, две из трех урны. Готово. И, значит, где-то вот здесь есть проход. Призрак. Давай его попробуем завалить. Ебануться вообще. Так, куда? Куда? А, вот там где-то проход есть. Тут целый лабиринт. Попробую выберись потом отсюда. Ага, вот туда и прямо. Да, Угар палач, но этого мы сейчас завалим. Тут один. Лучник Драугар. Готов. Фух. И вот еще кто-то. Драугар ледяная похитительница. Кошмар вообще. Готово. Похищаешь здесь что-то постоянно. Так, это я назад пойду, значит. Это вперед. Ладно. Большие тут пещеры. Еще попробуй дойди туда, куда надо. Крыса. Какой-то мешочек, смотри-ка, заплечный. Ути, ё-моё, ну-ка. Отмычка, опаньки. Это чё лежит? Лопата. Почти добрались. Нам надо пробежать прямо. Валя, опять призраки. Ой, это кошмар, как вас много, аж две штуки. Давай одного выманим сюда. Опасное место. Можно хотя и пробежать, наверное, правильно? Беги к херам! Беги! Призраков много. Да ну нахер, идите нахер. Идите в жопу, товарищи. А это что? Делида проклятая. Ебануться вообще. Как вас много здесь. Бля, вот этот ватага. Обратно можете уйти? Стапы обыскать золото. А, ну обратно, все остальные обратно ушли. Так, стой. Где-то вот там находится. Может быть, мы сможем проползти как-нибудь, нас не, чтоб не увидели. И разрушить эту урну последнюю. Отлично. Духовное освобождение. Ну, нам теперь надо добраться обратно. Так,
Теперь надо снова по лабиринту пробежать до выхода. Давай, наверное, будем бежать. Главное не запутаться здесь нигде. Призраки, до свидания. До свидания, товарищи, до свидания. Да. Пиздануться. Это призрак, которого я не добил. Я вообще правильно бегу? А, ну в принципе можно и здесь пройти. А это куда? А это правильно ведет нас. Дорожка. Привет, товарищи, там жопа вообще полная. А здесь я. Ага, тут у нас... Мать-перемать, мой же... Мать-перемать сдохла. Ни хрена себе. Ее наконец-то завалили. Какая-то гадость. Так, почти добрались до выхода. Привет, скелет. Фух. Куда теперь? Прямо. Гады обложили вообще. Отлично. Так, куда? Ага, правильно. Прямо и направо. Почти выбрались. А, но эти товарищи, мы их первоначально валили. До свидания. У нас, мы весь миссию нашу уже завершили, поэтому... Поэтому можно возвращаться обратно. А, глиф! Нужен. Чтобы зачаровать предмет, человек типа не брал их на... Ага, глифы нужны. Понятно, понятно. Да, вот тут музыка такая, вообще охренеть. Прикольная. Как отсюда выбраться? Опасное место, где мы с тобой были. Прям вообще офигеть. Вот еще какой-то родич. Давай его тоже завалим. И чё? Фух. Почти добрались. Так, поговорите с Тинзеном выше. Хя, где тут выход есть? Пройдем здесь. Так, вот у нас подъемник. Отлично, отлично. Ага, вемерский паук. Так, выбрались почти. Там еще нам переться, блин, хер знает сколько.
Ох, оказывается, это у нас в пределе все находится. Так. Ритуальный круг в долине Града. Пойдем. Привет, до свидания. До свидания. Не до вас сейчас. Это потом, в новой серии, в новом приключении, так сказать, начнем вас снова убивать. Истреблять всякую живность здесь и нечисть прочую. А пока что нам нужно добраться, получить награду и закончить серию. А это еще что такое? Какой-то морозный скелет дозорный. Ну, нормально, золотишко подзаработали. Бля, тут целых два. Обратно замораживайтесь. Обратно не надо все делать. Обратно заморозьте. Бля, кого тут только нету. Ну, успокойся ты, отстань. А это что еще такое было? Охотничьи угодья Ходрика. А это что такое? Ой, вас много нахер. Идите нафиг. Товарищи, идите в жопу. Нет, идите в жопу, товарищи. Что это? А это, ага. Леопард. Волки. Я там, давай-ка мы забежим, знаешь куда? В баклан серебристый. И сундучок там откроем. Поскольку я забыл в прошлый раз, не смог его открыть, не знал как. Теперь-то можно и приоткрыть-то сундучок. И забрать с него всякие предметы. Как только заполнить запасы, выберем с этих рядов, снова отправимся в путь. На. Отличная работа, Дриксон. Я даже горжусь этой командой. Так, погодите-ка, где у вас сундук находится? Где-то здесь. Аля, а где сундук-то? Мы потеряли несколько главных славных матросов. Дриксон обещает поставить память о них мемориальную доску. Но мы все знали, на что подписывались. Ничего, вот вытащим баклан и вернемся в порт. Жизнь продолжается. Я так полагаю, что сундуки здесь тоже рандомно раскиданы. Да. Сундука здесь у нас нету, к сожалению. Проебали. Сундук. Надо было сундук вскрывать, когда была возможность. А сейчас возможности нету. Ладно, да, значит, давай закончим миссию, доберемся до Солитьюда. Какая огромная скала, охренеть не встать. И посмотрим, какие денежки нам выдадут. Ого, вот это меч мне достался. Или что, это молоток? Не, это меч, по ходу дела. Ну, здоровый вообще-то, да. Так, сейчас доберемся. А, вот здесь дверь как раз. Отлично, быстрый вход. Где-то сбоку.
Тинзен. А, это кто такая? Тан, воительница Илта. А, вот ты сегодня вернулся первым. Надеюсь, хоть не единственным. Будь добр, скажи, что получилось узнать. Я уничтожил темные урны, духи недолго появились, а затем исчезли. Честно говоря, я не уверен в пользе этих исследований, но цель нашего круга — стремление к абсолютным знаниям, так что приходится верить в том, чем мы занимаемся. Я восхищаюсь твоей храбростью, граничащей с безумием. Вот твоя награда. Охуеть. А чё мне тут за сундук такой дали? Сундук, погоди, а вот. А, пояс ядовитой кары. Сабатоны. О, смотри-ка, неиссякаемых сил. Отлично. Слушай, это мне то, что надо. Прям охренеть. И вот это еще возьмем. Ох, как здорово. Ладно, давай-ка на этом закончим серию. Подписывайся на канал, ставь лайк, оставляй комментарий. С тобой был Владимир, канал Гиди Геймеров. И до новых приключений в TES Online. Всем спасибо за просмотр.